Ну, теперь к другим темам. Суд приговорил серийного ачинского педофила к 23 годам заключения. Получается, по году за каждое жуткое преступление. 43-летний извращенец на протяжении 4 лет заманивал к себе детей и надругался над ними. С 2015 по 2018 годы его жертвами стали 5 мальчиков и девочек от 5 до 9 лет. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима и пойдет под принудительное лечение психиатра.